Я думаю, игра получилась очень зрелищная. Были там моменты на нашей стороне и у соперника. Встречались с очень хорошей командой, так что мы, конечно, рады, что мы не проиграли эту игру. Вообще сборы завершаются, как они прошли? Какую информацию подчеркнули? Ну так, конечно, длинный очень сбор, потому что получился только один. Так что я думаю, в конце, как сегодня, например, уже все уже немножко устали от сборов. А в конце концов хотели, конечно, игроки посмотреть, как они играют, как они тренируются, но только их узнать больше, чем как люди, как у них какой характер, например. Так что этот сбор очень важный для нас не только на футбольном поле и вне поля. Ну и какие вы выводы сделали? Ну так, конечно, мы не проиграли, например, на этих сборах. Это, конечно, тоже надо ценить. И, конечно, улучшаться как в обороне, в атаке. И, как я говорил, уже со всеми знакомыми. Это очень важно. И, конечно, я очень тоже рад, что никто не потерял травму, не травмировался. И вот это тоже важно, что можем всех ребятам включать игру, потому что календарь очень непростой. За это тоже я рад. То есть, можно сказать, все цели достигнуты? Ну, конечно, всегда хочется большего, но перед нами стоит сейчас начиная чемпионат России, так что можем готовиться. Я думаю, мы подготовились хорошо к этому. Надеюсь, все пойдет, как здесь на сборах. Можно сказать, что в Оренбурге мы уже готовимся к матчу со «Спартаком». Да, конечно, конечно. Мы прилетаем, там в понедельник, во вторник уже будем готовиться к «Спартаку».